Йоу, короче, всем здорово, снимаем новый видосик, короче, надеюсь, меня нормально видно, слышно, вы уже догадались, что это за видос, по превью названию видео, все, сейчас одеваемся и погнали. Йоу, все, ребятки, мы оделись, видите, все, мы оделись, короче, мы оделись. И все, короче, сейчас мы вылетаем. Вылетаем, да. Все, короче, ребят. Погнали. Опа, берем мои кроссовочки, любименькие, адики мои. Одеваем. Одеваем, одеваем. Здорово! Здорово, пацки! Здорово, ты на канале Шар. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись. Короче, ладно, ребят, я купил руль. Как вы могли сейчас видеть, буквально там 10 секунд назад. Короче, сейчас мы поставим его на байк. Оденем грипсы. Кстати, вы сейчас увидите, как одеть грипсы. Я вам покажу два способа, которые очень крутые. Очень крутые способы. Кстати, ребят, короче, кто не видел мою шапку на ютубе, новую шапку на ютубе, обязательно посмотрите после видоса мою шапку. Мне помогал мой брат Паша. Спасибо, Пашок, если смотришь этот видос. Ссылочка на твой YouTube-канал будет в описании, я оставлю. У него там пока что нет видео, ну, то есть они есть, если ты переходишь там по ссылке, если он вам скинет видос. Но, ладно, не суть, там у него все в разработке, короче, у него уже там 130 с чем-то подписчиков. У него классный канал, классная шапка, классные видосы. Подпишитесь, скоро у него будут видео. И на Ромчика тоже оставлю ссылочку. Он снимает КС, мы с ним снимали КС. Выйдет видео про КС ГО, короче, да. И я с Ромчиком там играл, будет очень угарный видос, надеюсь. Будет интересно. Все, сейчас вы увидите таймлапс. Погнали. Ты круче новый, Лифан? Круче новый, бро. Плита горит на трапе. Я знал, что буду богатым. На шее висят бриллианты. И это похоже на правду. Траптон, BVS. Прыгаю как Коби. Сосчитали все купюры. Пальцем стало больно. Хитро аэропорт. Короче, сейчас, ребята, я вам покажу, как одеть грипсы. Грипсулечка, да. Короче, есть вообще много способов. И я знаю три нормальных способа, вот реально, которые могут помочь. И вот реально одеть. То есть, и вот буквально там, или сразу даже можно поехать катать. Или буквально вот через 10 минут можно поехать катать. Сразу, короче, расскажу способ с ВД-шкой. Короче, вот ВД-40. Ей можно одеть грипсы. И буквально вот через 10 минут... То есть вы можете поехать катать, и все будет круто. Ну, Женек, ну мы видос снимаем, не мешай. Выйди вон, постучись. И скажи извините за опоздание. Извините за опоздание, можно войти? Можно войти, заходи. Тут в
уголке я посижу. Быстро! Зашел! Ладно, давай, все, давай. Женек быстрее. Короче, ВДшкой никогда ничего не смазывайте, ничего вообще не делайте, только одевайте грипсы, все. А, про ВДшку забыл сказать, что просто заливаете ВДшку, надеваете грипсу, и в принципе все. Но я обычно одеваю не ВДш, а стяжками. Вот стяжечки, смотрите, сейчас мы вам покажем, как их надеть. То есть, получается, если у вас грипса вы сюда вот одеваете, то просовываете через эту дырочку. Потому что вытаскивать вы будете отсюда, получается, просовываете. Здесь их вот так вот, то есть, как бы раскрываем, чтобы они вокруг руля, то есть, и грипса пойдет, то есть, как по рельсам, типа. И вот вы их так немножко можете там, чтобы они по всей окружности распределились. И все, и смотрите, как просто. Ну, у кого нет стяжек, ВДшка, самый топовый вариант. И все, в принципе. И просто вот вытягивайте по одной штучечке, спокойненько. Если руками не получается, можете этими плоскогубцами, в принципе, пойдет нормально. Просто вот достаете. Самая по привычке кладет деньги на...